И снова всем привет, ребята. Очередная посылочка из Китая. Надеюсь, что все-таки будет кому-то интересно. Все заскучали, я думаю, за компанией Sharp. Здесь у нас старенький процессор Snapdragon, но в любом случае, я думаю, что будет актуальный еще и на теперь. Экранчик 5,9 из Full HD, в камера в 13 пикселей, 12 Android. Ну, скажем так, ну что в теории все включено, тем более, знаете, я вот скучаю за теми телефонами, что мы с ними вот дело имели. Что был C2, что в целом вполне окей. Или там, я не помню, Aquos S2, по-моему, а-то и шел S3. Ну, знаете, все, что было, вполне поинтереснее. Изначально, что из замечаний в китаец указал, что будет идти из евровилкой, а здесь, надеюсь, что все увидели, что у нас в комплектации идет такая пимпочка в черненькая. Это 100%, что где-то китаец вот леньку наепал. Есть, указано, что Aquos, указано, что Sharp, пятерка идет. Ну, я думаю, что в курсе, с чего это будет. Пятерка, сюда-сюда. Есть. Я типа пытаюсь аккуратно, но знаете, вот, что в большинстве случаев я все упаковки что порчу из-за, не знаю. Знаете, вот есть вот люди, кто умеет, ну, что все делать красиво, аккуратно, но 100% вот не Леня. Здесь что у нас интересно, указано C002 идет, 173 грамма идет частотами. Кстати, и 7 и 20 у нас есть, окажется интересно, потому что указано, что 2 в 13 и селфи из 8. Кстати, пятерка, что Bluetooth идет, потому что китайцы умницы, и вскрываем. Я думаю, что знаете, из большинства уже чуточку задолбали вот эти шалопаты. В теории, потому что телефончик должен быть компактным и красивым и аккуратным, но глянем вообще вот что к чему. Я надеюсь, что все увидели, что изначально вот здесь вот компания акцентирует, что старенький Android у нас идет, но в любом случае что дело не сильно вот изменяет ситуацию. Это так, чтобы вы, ну, что все глянули, вот у меня есть, ну что все знаете, в крупные идут, вот просто в такой степени он компактненький, в толщина чуть-чуть, ну что поболее идет, но вы учитываете здесь, ну что пятерка, а здесь, если не ошибаюсь, 3,5 по памяти спинка. Ну, ты стукаешь, знаете, в такое чувство, что стекло. Не, вот честно, я так думаю, что все-таки из пластика. И телефон, что сделан в Китае, то знаете, я сомневаюсь, что будет стекло идти. У нас две камеры, вспышечка идет. И сканер здесь оказался в 3,5 с микрофоном. Честно, вот мне нравится, что в каркас из пластика сделан, но типа из металла. Здесь, ну что, единственный динамик USB-C есть. Ну что, в целом, вполне все окей. Так, ну что, первое включение, ждем. Что в комплектации? О, сколько инструкций. Так, ребят, ну я не думаю, что окажется вот интересно кому-то такая тема. А то, знаете, ну что, китайцы вот все-таки, ну что, умеют забумберить и то, и то, и то. И еще одна инструкция, и еще одна инструкция. Здесь у нас еще идет, одну секундочку, я думаю, что уши, да? Китайцы акцентировали, ну, вот знаете, в чем их плюс, что по качеству, кстати, ну что, вполне оказались окей. И знаете, хотелось бы к ним, ну что, примахаться, но вполне еще, ну что, терпимо идет, ну что, сделал чуть-чуть картинку, чтобы светлее и шла. Так, единственное, если солнце сейчас, ну что, влупит, то все испортится. В питание, ну что, печалька, в пятерка и 2 ампера. Тут, ну что, все не сильно классно. Единственное замечание, что, знаете, по качеству не сильно все круто. Так, ну что, питание я акцентировал уже. И скрепочка. Так, тут скучно и вот неинтересно. В сим-карту, я так понимаю, что где-то уже упала. И искать ее уже, ну что, знаете, окажется в конечном итоге, что печально и смешно. Есть, так, чтобы вы увидели. Сэкономили, ну что, компания у нас из пластиков, по-моему, идет. Вставляются симки 2 или симка и карта в памяти.
Интересного основного, ну что, ничего не увидели. Так, ну что, первое включение у нас, что локализация идет. Я надеюсь, что все увидят. У нас есть и украинский, и русский. Ну, скажем так, ну что, локализация изумительнейшая идет. Единственное, знаете, ну что, вот рамки, что здесь, я вам скажу, ну что, крупные идут. Вот просто, чтобы вы взяли телефон $170, да, по-моему, стоит сейчас. И до какой степени от их, ну что, экраны, скажем так, ну что, отличаются. Я надеюсь, ну что, все увидели. Но здесь, я думаю, что больше сделана ставка вот именно на компанию, знаете, вот на имя. Так, вперед. Тут упускаем. Интернет упускаем, чтобы и включилось чуть-чуть, знаете, и лучше, и быстрее. Я думаю, что будет, ну что, вполне комфортно. Так, ну что, еще. Еще я нажал. Сканер. Раз. Далее. Раз. Вот знаете, что из плюсов? Я вот, ну честно, в качестве экрана покрытие изумительно идет, но сделано вот неудобно именно где сканер. Потому что вот ты в конечном итоге, я так думаю, что в камеру что пальцев тыкать будешь, и я не думаю, что будет, что кому-то в комфортно, ну что вот так его использовать. Вот, ребят, ну чтобы быть, ну, честным, вот знаете, готово. Вперед есть. Подключение. Так, окей, вперед. И первое включение. Есть. Ну что, экранчик включился, все, ну что, сделано и симпатично, и красиво. Знаете, и хотелось бы тут к чему-то примахаться. Шторочку спускаем. У нас, что, скажем, актуальный идет Android. Кто-то скажет, что, ну что, девятка, знаете, это все-таки печалька. Но вот, ребят, знаете, вот есть вот люди, кто пользуется еще и шестеркой, и здесь, ну что, просто придумать, что что-то вот не так, я считаю, что глупо, ну что, было бы, ну что, в конечном итоге. Так, ну что, жмем, что у нас здесь. И такое, знаете, вот чувство, что у нас идет чистенький Android, что, ну что, лично вот ничего, вот изначально вот нет. Но единственное, что замечание, вот мне не нравится, что нет никаких, что и красивых обоев. Чистый идет изначально Android. Здесь не сильно комфортно окажется, что для кого-то. Вот, ребята, я надеюсь, ну что, все видят, до такой степени. Что, вот смотрите, и менюшка, и все полностью сделано экономно. Так, у нас указан телефон. Здесь интересно, что... Так, Android. Сюда. И включилась Android Pie. Ну, хотя бы, ну что, здесь, ну что, вполне окей. Что, кнопки еще изменим. Я думаю, что, знаете, здесь не сильно смертельно. Так, у нас есть и жесты. Я думаю, что здесь окажется управление. Так, ну, тишина включается, используется сканер для, чтобы смс-ки смотреть, чтобы в камеры, скажем так, ну, что сделали, чтобы управление сканером, ну, что было по полной. Я такими, ну, что функциями вот не, что пользуюсь и вот не акцентирую, чтобы вы их, ну, что использовали. Есть, ребят, есть специальные... Что из возможностей здесь, тем более тишина будет, аккаунты. Так, сканер включили, а есть у нас интересно сканирование еще лица. Опача, окей. Нету, вот, ребят, ну что, здесь компания чуть сэкономила. Опа. Есть. Ну, включается, честно, чуть долговато, и хотелось, чтобы было, что лучше и быстрее. Смотрите, из 64 осталось у нас по памяти 45 гигабайт. Ну что, в целом, вот так, ну что, плюс-минус, чтобы вот не врать. Так, ну что, звук вот здесь, я думаю, что будет поинтереснее, и картинка стала светлее. Сейчас будет слепить, наверное, по полной. Что, включаем экранчик по максимуму, чтобы, знаете, нет, читаемость оказалась... Что по ужасу, и так, что круче будет вам. Так, ну что, звук. И все. Секунду. Раз. В
Вставили флешку. И что он сказал нам? Нет, нужно считать флешки. Класс. Секунду. Но долговато чуть думает. Я думал, что все-таки все будет круче. Честно, он громкий, да, печалька, что вот не стерео, ну, что не смертельно, но по качеству он, честно, слабый. Я не хочу вот рассказывать, что все здесь, ну, что вполне комфортно, по качеству звучания мы сталкивались уже с телефонами, ну, где что поинтереснее, тем более и стоимость чуть дешевле. По экранчику отключайте автоматическое освещение экрана и глянем, что у нас вот именно по минимуму, ребята, я надеюсь, что все увидели. И по максимуму, вот я специально, потому что включу, потому что в целом там отличие в 30 долларов технология экрана, что другая, но просто чтобы вы увидели, вот чем отличается, вот если ты делаешь по максимуму экран технологией AMOLED и просто IPS-ку. Так, я надеюсь, что все увидели, но что все-таки, скажем так, ну, чуточку чувствуется, что экраны по качеству отличаются. Если захотели, включается в темная тема, разворот экрана, включение касания. Тут уже вполне окей. Единственное, что снова что делаем темнее, чтобы читаемость изображения у вас оказалась чуть получше из приложения. Я думаю, что все в курсе. Что мне интересно, нету. Честно, я думал, что окажется еще оплата с помощью функции NFC. Ну, и здесь ее нету, и здесь нет, но в любом случае, знаете, ты ждешь, в конечном итоге, ну, чудо. Попытаемся, кстати, извините, я упустил, я втихаря включил интернет на прошке. И давайте попытаемся еще глянуть что-то из ютубчика. Что в теории у нас интернет 4G идет и должно, ну что включиться, я не знаю, есть, ну что включились, окей. Кстати, ну что, я надеюсь, что все видели, что локализация YouTube вообще вполне окей идет. Есть, что включаем, 4K. Я всегда, ну что, акцентировал, что вот не включаю канал. Шут Ленькин, знаете, вот есть в канале, где и красивая вот картинка, и стараются вот люди. Я, извините, ну вот не умею, и просто вот денег вот нет, чтобы вкласть в такое дело. Так, смотрите по качеству, что у нас есть в конечном итоге, а то просто иногда интересуется, знаете, вот смотрите, что вплоть до 4K. Прикиньте, да? Честно, я в шоке, что в такое изображение у нас есть. Включил картинку по максимуму. Вот единственное, чтобы в дебильный интернет, что у Лёни в конечном, ну что, итоге включил. Не, тут с перебором уже что включил. Я что включил из 2K. Пусть в картинка из Full HD и 60 FPS. И я думаю, с таким с процессором все будет идти идеально. Не хочу вот, честно лукавить, знаете, и рассказывать, что, блин, экран что изумительный. Вот честно, после, знаете, Xiaomi, честно, ненавижу эту компанию. Это самая, ну что вообще, это хуже компания что в мире. Но, блин, тюхать ну, что, телефон за ту стоимость, что, ну, экран технологии AMOLED, то я вам скажу, что это все-таки что китайцы умнички. В целом экран и красивый, и яркий. Я не знаю, что вы там по камере что увидите, но я так думаю, что для ежедневного использования в конечном итоге окажется вполне комфортненько. Что претензий от
что вот не имеем. Единственное замечание, что вот кнопочки вот не изменить, вот их не получится. Но я смотрю, что у нас есть изменения, обновление системы, но пишется, что патч, что безопасности, эффективности от такого вот нет. Я надеюсь, что все и так в курсе. Что по камере? Спинка пачкается по полной, учитывая, что в комплекте еще в чехла вот нет. Честно, это в конечном итоге окажется проблемой в конкретнейшей. Так, извините, сюда включаем нашу камеру. Но что из плюсов? У нас все-таки чистый используется Android. Вот здесь я вам скажу, ну что круто. Так, ну что, три точки. У нас включается автоматическая функция HDR. У нас звук затвора, знак есть, зеркальная в картинке, разрешение. Так, ну что, камера в 13 пикселей и 16, ну что, 9 из 8. Думаю, все-таки по фото здесь оказывается, в конечном итоге печалька, если захотели, у нас есть функция из живого в боке, 4 к 3 включается, а как включить 16 к 9? Не, не хочу. Ну ладно, попытаемся, испытываем чем с кинжалом. Кстати, знаете, что в чем прикол, что автофокус тут, ну, что включается и срабатывает вполне окей. Я надеюсь, что камера покажет то, что вот Ленька увидел в конечном итоге, но именно сюда. Писано, что Шарп, вот, знаете, в компании до такой степени вот любит себя, что акцентирует на таком. Ну вот, ребят, в целом изображение, что вполне окей, и что был у меня, что десятка от нот, вот просто я для спортивного интереса я вам включу, что делалась картинка с такими же самыми условиями, и так же сам вот я вот здесь что сделаю по максимуму, я не спорю, что будет изображение, скажем, отличаться по полной альбомы, а это другой телефон. Секунду, камера. И смотрите, вот здесь, ну что в теории камера покруче и конкретно идет. Ну что, делаем детализацию и смотрим вот просто, вот что у нас, что здесь идет. И гляньте, вот все-таки, кто в зуб, в кого. Вот, ребят, я не знаю из-за чего, но мне, ну что кажется, или автофокус сместился чуть вот не туда. Акцент у здесь на буквы идет, а здесь... Ну что, к ножику, но по камере, ну что, пусть и 13 пикселей вполне еще в терпимо идет. Только вот не думайте, что вот я рассказываю, что телефон там изумительный, идеальный и все полностью. Так, что у нас идет из видео? Стабилизации, я так думаю, вот нет. В чем прикол, что оказалось еще и писа в 4K. 60, ну что, FPS, я сомневаюсь, что здесь, знаете, в компании слышала такое слово, но вдруг, ну что, включим сюда селфи, а что ты 4K и тут и там пишешь, так, смотрите, здесь, не, что, вот для селфи чуть-чуть сэкономили из Full HD идет, секунду, ребят, и снова всем привет, ребят, вы на канале Зайки из Китая, мы испытываем телефон от компании Sharp, чтобы вы увидели в картиночку, что у нас и красиво, и ярко, и, естественно же, включаем к солнцу. Именно вот как, что включается и сработает все полностью. Я думаю, что писал 100% MPEG 4, да? Или нет, информация, вот извините, не туда нажал. Да, ну что, MPEG 4 идет 4K. Звук. Из Китая мы используем телефон от компании Sharp, чтобы вы увидели в картиночку, что у нас и красиво, и ярко, и, естественно же, включаем к солнцу. Именно. Да. И снова всем привет, ребята, вы на канале Зайки из Китая. Звук вполне окей идет, но картинка, ну, скажем так, здесь 100% оптимально было бы, чтобы изображение было бы покруче. Так, единственное, что по камере, вот я упустил. А для чего? Потому что две камеры. У нас есть функция красивого лица, кто страшный, я думаю, что все в курсе, спасение будет, и, конечно же, движение включается, а где функция в портрете?
кто увидел, я не знаю, кто. И Ширика здесь, я смотрю, вот что нет. Ну, для спортивного интереса, вот включаем шагномика. Ну, с такими условиями, вот честно, будет не тесно. Давайте ткнем ему в морду. Опа. И включу вот эту функцию в красивое лицо, или как там оно, что движение вот называется. А то, знаете, с китайцами ты стабильно из-за перевода в конечном итоге и ты страдаешь, и все страдают. Так, ребят, ну, в целом, что писать, типа, движение включено, вот ты жмешь, и что изменилось? Ничего. В плане, что детализации в камере вполне окей. Я не знаю, вот я надеюсь, что все увидели, что у нас вот здесь есть... типа эффекта в боке. И смотрите, я снова акцентирую, вот все из волосков у нас изумительно их тут видно, здесь пока что вполне окей. Вот единственное, где шкаф идет, то плохо, но я не знаю, вот если бы на улице, то было, скажем, изображение чуть получше, но вот именно локализация все-таки вот здесь печально. Давайте попытаемся шкафа прикрыть, тыкнуть ему в морду. Ну и... да. Оказалось, что ты включаешь такую штуку, и что это означает? Не знаю. Одну секунду. Включаем и знакомимся, что это значит. Ждем. Ждем. Честно, вот, ребят, я даже вот не знаю. Ну и плюс. Ждем. А где рука, что я телемпал? Опа, сейчас будет рука. Ну, скажу попроще, включается slow motion. Вдруг кому-то что интересно будет, и такая функция есть, и time lapse. С портретом в теории, я думаю, что все-таки вот та функция, потому что движение включаете и будет включаться и срабатывать. Единственное, снова вот Ленька упустил, что у нас есть еще и камера селфи. Здесь эффекты включаются и прошка, и вертикально, и квадрат. Что означает включить... ну что, вот, одну секунду. Оказалось, что включаете вот эту функцию вертикально, в конечном итоге, по-моему, это включается типа функция с портретом, но по качеству, честно скажу, вот, ребят, это полный шоколад, не хочу рассказывать. Ну, что изображение вполне симпатичное и красивое, но 100% вот не то, что мы ждали бы. Не то вообще, вообще. А стандартное фото? А ну-ну, еще раз. Включаем здесь. О! Что указано, знаете, что шар, но детализация, вот честно, слабая. Вот, ребят, я не хочу вот рассказывать, что все что классно, чтобы все честно было. Вот, ребят, ну, знаете, и хотелось, чтобы оказалось чуть-чуть лучше. Так, что у нас из видео? Я думаю, что все помнят, что писа из Full HD 30 FPS. И снова всем привет. Мы пишем на канал на телефон от компании Sharp V5, чтобы вы увидели на изменение освещения. В целом, кстати, по-моему, вполне окей. Так, ну что, включаем и смотрим. Я надеюсь, что все помнят. Снова всем привет. Мы пишем на канал на телефон от компании Sharp V5, чтобы вы увидели на изменение освещения в целом HD 30p. Для блогеров 100% вот не покатит. Что мы в конечном итоге что имеем? Вполне комфортный, симпатичный телефон. В теории все еще вот не так, что плохо. Вы не покупаете в компанию Умидиги там или что-то, знаете, из такого куска, ну что, шоколада. Здесь у нас, ну что, в целом терпимая в компания в по качеству. Единственное, что замечание, что сделано в Китае. По камере твердая в 3 с плюсом.
на ту стоимость, что он стоит 100% конкурентов у него побольше. Вот есть включающий от 130 долларов, да, по процессору он хуже, все полностью, C21 от компании Realme. Но в любом случае, по камере, честно, он был что лучше. И селфи здесь пятерочка идет, но и в портрете, и стандартной покруче, чем здесь идет. В плюсах его, скажем, дизайн, что в комфортный сканер включается и срабатывает. В теории, я думаю, что еще скачается обновление, и все плюшки, и все будет чуточку лучше. Извините, что долго было, но я всегда что все делаю только для вас. Ребят, смотрите или не смотрите, что делать уже вот вам. Снова, вот есть каналы поинтереснее, особенно акцентирую, стабильно включаю в канал iShoppers, это самое вот лучшее и видео, и монтаж, и человек, вы знаете, вот не заинтересован, он не такая шагнида, вот как в те, в кого мы смотрим. Извините за плохое слово, если сказал, но вот я не стесняюсь и говорю, как он есть. Всем спасибо, пока. Так, раз.